ради того, чтобы жили мы ради великой победы. Миллионы воинов отдали свои жизни в память о тех, благодаря кому мы живем под чистым небом и не слышим зловещих звуков выстрелов. Состязание на интерактивной спортивной зоне «Сила в спорте» на верхней террасе центральной набережной помогли определить самых сильных и ловких. Арсению Чичеву всего 9, но мальчик уже настоящий спортсмен со стажем. Спорт – это жизнь для меня. Я для себя стараюсь, чтобы был сильный. Поднять гирю, отжаться, прыгнуть с места в длину, выполнить упражнения на пресс и продемонстрировать свою гибкость. Десятки волгоградцев сдали нормы ГТО. Я поставил на жиманиях рекорд 85 и сейчас на груши выбил тонну 150. Откуда у тебя столько силы? Тренировки. Тренировки, спортивное питание. Логически мыслить, просчитать свои ходы на 10 шагов вперед и суметь найти самые короткие пути передвижения. Пройти это испытание бывает сложно даже взрослым, но юные жители нашего города не перестают удивлять своей находчивостью. Площадка наша называется «Сапер». Участники должны пройти зашифрованную дистанцию, найти цифры, которые потом они подходят уже к финишу и пробуют набрать шифр на муляже мины для того, чтобы ее разминировать. Если они прошли правильно дистанцию, то значит они разминировали. 6 и 2, да? Все, пробуем? О, разминировало. 5 площадок, на которых можно опробовать свои спортивные возможности в шаговой доступности. От сцены на верхней террасе центральной набережной до памятника Петру Первому. Площадки крутые, хорошее направление спортивное, развитие спорта. Если заниматься спортом, то это очень легко. То есть, когда человек способен на это, то он спокойно может преодолеть это все. Я всю жизнь спортом занимаюсь, поэтому сюда пришел, чтобы показать, что я способен. Ну и так для души все полезно тоже. Спорт не только воспитывает характер, но и поднимает настроение. Весело было не только юным гостям форума «Сила в спорте», удовольствие получили и взрослые. 278, молодец. Хорошая погода, отличное настроение, наслаждение и для души, и для тела. В День Победы на набережной собрались тысячи волгоградцев. Лейла Джумалиева, Ани Унанян, Виктор Хиврин. Время новостей.